которая должна нравиться не только искушенным специалистам, но, видимо, и всем, даже случайно забредшим в залы мраморного дворца, поскольку она так искусно соединяет традиции и новаторство, литературщину в искусстве и, выражаясь языком каталога этой выставки, мощный нарратив. Вот. Я стараюсь, но обстоятельства заставляют. Вот. Во всяком случае, все хорошо, все замечательно, все весело, все здорово. Вот, как всегда, на выставках отдела новейших течений нашего замечательного музея. Вот, а поэтому все слова Александру Давыдовичу. Дорогие друзья, дирекция Русского музея в лице Григория Ивановича специально вас морозила, чтобы самые стойкие люди добрались до выставки. Выставка, на самом деле, на мой взгляд, очень серьезная, потому что мы действительно как бы примирили и новейшие течения, и извечную тягу русского искусства к рассказу, к нарративу. Тягу, которую она стеснялась, боялась, как дурной болезни переживала. Но на самом деле всегда наше искусство поддерживал рассказ. Есть каталог, где все это теоретически обосновано. Вот наш отдел работал все вместе. Вот сокуратор Антон Успенский со мной вместе много работал, сделал большую часть экспозиции. Вообще как-то мы с удовольствием этим занимались. Потому что на самом деле мы, то, что я не любил в молодости, и то, что не любил, а отрицал, сейчас уже кажется чудесным. И действительно как-то все, по-моему, завертелось. И несмотря на то, что нарратив – неприличное слово, как-то все, на мой взгляд, получилось. Мы благодарим всех галереи, всех художников, которые нам дали работы. А это самые разные люди. От собрания примитивов из... Из Перми. И художник приехал до московских продвинутых галерей. Благодарим дирекцию, которая нам дала осуществить этот проект практически и напечатать каталог. И благодарим всех вас. У нас Женя Сераусович, из молодых моих сотрудников работы. Все поместить не удалось. Кто-то будет доволен с художником, кто-то недоволен. Но что делать? Приглашаю всех. И вы знаете, вечный рефрен нашего искусства и литературы. Граждане, послушайте меня. Вот это про это, выставка про это. Мы благодарны Сергею Чернову, художнику поп-механики, который здесь делает перформанс, и дальше там его люди будут играть на гармошке.